Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Алсу вместе с певицей Зарой высадили магнолии и оливы в Международном детском центре «Морской» в Ялте. Да? Ну, немного, давай. Саша, немного. Исторический момент. Помогали дедушке по воле сорняки, собирали колорадских жуков с картошки, там собирали клубничку, ну, в общем, весь урожай. Вот, наверное, это было, сейчас скажу, ну, очень давно. Алсу стала одним из членов жюри детской новой волны, которая стартовала 7 октября. В Ялту она приехала вместе с дочкой Микелой, а в свободное время успела не только прогуляться по окрестностям, но и сделала доброе дело. Будет еще один прекрасный повод навещать это удивительное место, наблюдать за тем, как растет мое деревце, написала Алсу. Помимо Алсу, детский песенный конкурс судили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Дава. Победителем конкурса стала Анастасия Иванова. София Фиськова, которой предстоит выступать на детском Евровидении в Польше, заняла второе место. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.